Привет, бро, меня зовут Пузи, и добро пожаловать в Game of Clones, или же Game of Thrones, почти как Игра Престолов, только Игра Клонов. Сегодня мы с вами погрузимся опять в мир клонов спустя один год и будем уничтожать своих врагов. Для начала я должен собрать вот эти бустики. Эти бустики дают нам некоторые преимущества. Например, сейчас у меня доступна суперскорость, теперь у меня доступен супербыстрый прыжок, а также мне нужно собрать какую-нибудь суперсилу, какой-нибудь суперудар и держаться возле того дальнего буста, который вы, наверное, не видите. Короче, там аптечка у нас находится. И вот у нас защита. Защита мне пригодится в ближних битвах. Я могу спавнить своих клонов. Вот за один клик я заспавню одного клона. Все, позиброс, иди атакуй других игроков. Давай! Уничтожь их всех. А, правда, только не спотыкайся об эти кристаллы. Через 20 секунд я заспавню еще одного клона. А, мне нужно сделать как можно больше клонов. И он подорвался? Серьезно? Обо что он там подорвался? Я этого сейчас вообще не понял. Смотри, что они там творят. Сразу два клона. Кого атаковать, я вообще без понятия. Бусты слишком быстро заканчиваются. Это очень печально. Так. Вижу, ко мне бежит один покемон. О, у него жизни почти не осталось. Давай! Есть, я развалил. Я развалил одного типа. Так, спавню клона запасного. И идем сражаться против этих девчонок. Парни против девчонок, кто победит? Ладно, я с тобой немного побатлюсь. Хорошо, я тебя буду бить в спину. Ты меня точно не сможешь убить. Я неуловимый Джо. Я забил ее клона до смерти. А теперь клоны дерутся с другими клонами? Что происходит вообще? Что здесь происходит? Ага, у тебя жизни почти не осталось. Я все понял. Сейчас пару сюрикенов тебе, и ты умрешь. Давай. Я должен заспавнить своего клона. Нет! Есть! Я почти ее ударил. Она бросается этими сюрикенами. Нужно немного вот так вот. Есть! Мы ее убили. Мы убили двух клонов. Стоп, это были, оказывается, клоны? Это был не сам игрок? Что, простите? Кто сейчас вообще за мной гонится? Я не понимаю. Моснотик. Вау! Супербуст! Как я его вовремя использовал? Она меня почти догнала. Я сейчас заспавню еще одного клона. Два моих клона атакуют этого типа. Кто такой ты? Моснокотук. Я не знаю, кто это, но смотри, у нас одинаковые скины. Это достаточно забавно. Я не знаю, кого атаковать, они сплагиатили мой скин. Нет! Она бежит к аптечкам. Мы должны ее остановить. Она соберет две аптечки, и тогда у нас вообще ничего не останется. Нет. Она собрала аптечки и теперь бежит в сторону защиты. Окей, используй своего клона. Давай, посражайся с моим клоном, как тебе такое? Нам нужно набить как можно больше урона в этом режиме, и тогда мы точно с тобой победим. Мой клон, который находится сзади меня, он меня немного спасает. Да что ты такое вообще? Я не понимаю, ты мой плагиат, что ли? Или... Я же могу затеряться среди ее клона, она даже не понимает. Поймет, кто из нас настоящий. Оу. Так. Нужно взять защиту. Нужно срочно взять защиту. Она бросается сюрикенами. Получай моего клона в бой. Защита. Использовал защиту. Ну что, побатлимся теперь с тобой. Как тебе такое? Давай, отходи от меня. Опс. Теперь я опять должен сматываться. Короче, здесь планы меняются каждые 2 секунды. У меня 49 урона. Этот муснутик, она какая-то вот... Смотри, какая наглая. Я иногда путаюсь в своих клонах. О, не-не-не, я не клон, не стоит бить меня. Злодейка. Так, опять нужно заспавнить этого маленького, милого гуманоида с ящерицей на спине. Побатлимся! Как тебе такое? Злобный ты клон, вонючий! Сплагиатил мой скин, думаешь, это круто? Нет, это не круто! А, стоп, а почему с ним батлиться не можем? Стоп. Погодите-ка, я победил? Как я победил? Получается, я убил чужого клона, заработал одно очко и победил эту игру. Ясно, понятно. Теперь все стало на свои места. Я понял, что я ничего не понял. Что в магазине продается? Давай с тобой посмотрим. Здесь есть какие-то рандомные сундуки, коины, куча разных прикольных ножей, ниндзя-скины это для сюрикенов, надписи, которые будут появляться, когда ты будешь с кем-то драться, то есть такие эмоции. Трейлсы это всякие дополнения к твоему персонажу, типа ауры, анимации передвижения и питомцы. Ну, питомцы это уже, конечно, забавно. Короче, сейчас нам нужно смело действовать, просто вырываться в эту огромную кучу битвы и начинать бить всех подряд. Чем больше клонов мы чужих убьем, тем будет намного лучше. Сразу спавню своего двойника, который сразу же пойдет атаковать чужого двойника. Возможно, получится что-то. А, я возьму супербуст и помогу опять своему двойнику. Фу, так, берем супербуст. Побежали к следующему сундучку с супербустом. Я до него добежал? Нет, не добежал. Скорости немного не хватило. Возвращаемся
возвращаемся обратно. Вон там у них уже какая-то супер эпичная битва надвигается. Что-то у них там очень крутое. Так, 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 через 3 секунды использую своего моба. Давай, вот так вот, нападай. Давай, иди сюда, Джек. Хе-хе-хе. Ты не с тем сражался. Экстра бау. Оу, 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 оу. Ладно, экстра бау у вас работал, вы меня удивили. Уу! Слушай, это меня реально удивило, я не ожидал ее здесь увидеть. Так, 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 убью, убью клона. Нет, 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 нет. Нужно срочно забежать за камешек и заспавнить его. Давай в разные стороны. О, не, 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 не. Жизни почти не осталось, меня сейчас убьют. Помогите! Клон, давай, давай, ну спаси же ты меня уже. Не, не, не. Меня убили, я не добежал совсем немного до этой ракеты. Опа-на! Смотри-ка, я играю за какую-то Бетти. Я стал чужим клоном. Определим, кто из нас настоящий. Пози бро заспавнился. Так, две девчонки с отличными волосами идут атаковать Мосно котик. Ага, 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 куда ты полетела? Куда ты полетела? Угу, угу, угу. Ну все, тебе конец. Ты зря спалилась. Я в театре буду бросаться сюрикенами этими. Не, не, не. Так, 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 так. Нужно ее догнать. Ага, мы с ней драться не сможем. Хорошо. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. А это уже сумасшедший клон, который на нас напал. Я его забатлю, потому что я могу. И победил у нас Мок Нон Котук. У меня 154 коина. Нет, за 154 коина ничего не купить. Даже сундук не открыть. 1500 стоит сундук. Игра начинается. Да начнется же эпичная игра. Так. Где мой клон? А, я своего клона не заспавнил. Зато взял супер прыжок. Попрыгаем отсюда. Так, использую своего клона. Использую супер буст. Возвращаюсь обратно. У них начинается эпичный батл. И я вмешиваюсь в этот батл. Вот так вот. Вот так. Как тебе такое? Ага, мой клон исчез. Хорошо. Но я могу продолжать драться. Ты ракету не соберешь! Не-не-не-не-не-не-не! Только не улетай! О, сейчас он приземлится, и я его встречу. И я его тут же убью. Что-то он как-то глючит, смотри. Кошмарно лаганный клон. Не-не-не-не-не. Вонючка. Так, мы выходим в первые места. Мы убили одного клона, что очень неплохо. А кто это такой? Футур. Футур, ты мой тиммейт, что ли, да? Так, нужно убить теперь эту Сани... Как ее там? Саниновка, да, ее зовут? Так, давай. Мы с тобой затимились и убиваем ее. Убиваем, убиваем, убиваем. Да, 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 да. Есть, мы прирезали первого игрока. Так, опять спавню клона. Два, три клона на нее напало сразу же. Ага, ага, кто такой? Че, ты думал, что у тебя все получится? Давай, я тебя забатлю. Есть, кажется, я его убил. Фух, отбегаю. Бегая назад сразу же, бросая в него сюрикенами. Он просто сейчас в шоке, не понимает, что происходит вообще. Я ему по 10 урона наношу. 12 секунд нужно просто продержаться. Давай, давай, как тебе такое? Давай, теперь мы с тобой подеремся на ножах. Вот так, как настоящий мачо. Нет, он меня убил. И теперь я, кажется, появлюсь в его команде. Да, да, я теперь в его команде. А сколько у меня всего клонов? У меня 0 клонов, за что? Ну, теперь мы с тобой точно не в выигрышных позициях. Когда игра завершится, мы должны иметь больше всех клонов и быть просто абсолютными победителями. Она меня сейчас убьет этими сюрикенами уже! Почему я такой слабый? Есть! Фух, кажется, я ее убил. Так, 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 262 урона я нанес. Через 5 секунд я смогу немного восстановиться. Так, спавню клона. Давай, кто из нас настоящий? Хе-хе. Бегите от нас, бегите. Спасайтесь. Пару ударов еще, и ты труп. Мосно-котик. Меня опять убили. Теперь я стал автоматически чужим клоном. Ну вот это реально уже не круто. Они все одинаковые. Как с ними драться, я не понимаю. О, вмешиваемся в драку. Так, это, наверное, чужой клон. Сейчас я его забатлю по фастику. Вот так вот. Я его убил. 298 урона я нанес. Так, а я всего лишь обычный клон. Не нужно со мной драться. Я по 8 урона наношу обычным игрокам. А он с сюрикенами неплохо дерется. Так, главное от него не отставать. Давай, 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 давай. 12 урона. Еще немного, еще немного. И я его убью. Последний удар ему по спине. Красава. Я уже много кого убил. Вот так вот. Я тебя использовал как приманку. Извини, клон. Я не хотел. Есть! Есть! Я их убил! 463 урона и победила у нас Мокен Кокотук. Опять она победила. Как ей это удается? Она профи в этом режиме. Это бесспорно. У нее получается лучше всех играть в этот режим. Я здесь всего лишь один раз победил, и чисто случайно. Даже не думая о том, что я как-то смогу выиграть. Но с правилами мы более-менее разобрались. Спустя несколько раундов. Убиваешь игрока, он становится твоим клоном. И теперь этот игрок становится твоим тиммейтом. И чтобы выйти из этого зачарования, тебе нужно убить обратно этого игрока. Как сложно. Фух. Ну, надеюсь, это будет наша последняя удачная каточка. Так, заспавнил сразу же клона.
клона. Ага. Я буду защищать своего клона. И буду бросаться в тебя, если что. Использую суперпрыжок, перепрыгну его. Не получилось. О, Джуниор! Он стоит на одном месте. Так, нужно его быстренько убить. Соберу защитку, на всякий случай. Давай, по спине пару раз и... Есть! Джуниор, теперь это мой игрок. Фух, Джуниор, отлично. С сюрикенами. Ха-ха-ха-ха! Он от моего сюрикена улетел, ты это видел? Подходи сюда. Вот так вот. Как тебе такой батл? Ты запутался, кто из нас настоящий, да? Хе-хе-хе. Теперь ты будешь прислужником ада. Да, я его почти убил. Есть. Да, я его убил. Фух, у меня уже 3 клона. 3 игроков мы убили. Так, я вижу еще одного игрока. Угу. Он прыгает куда-то там... Он на дерево залез? Так я же могу в него просто сюрикенами бросаться вот так вот. И рано или поздно я его скину оттуда. Ха, я скинул его. Ну это 100% наша победа. Сейчас мы убьем это Мосно-Котука. И давай, пару ударов даже. О, мои клоны, не подведите меня, у меня уже 4 клона, есть! Сейчас убью этого гостя. Есть, Бози Брос победил. Я захватил всех игроков, и теперь у меня 5 клонов. Фу, ну хоть сейчас у меня получилось это сделать. Это было очень сложно, между прочим. Ну что ж, а на этом мой ролик подходит к концу. Надеюсь, тебе понравился этот ролик. Если это так, то обязательно поставь свой лайк и поставь лайкосик за нашу эпичнейшую победу в клонах. Оставайся таким же крутым и веселым, и увидимся с тобой в следующих видео. Адиос! Playtime!